Три, два, один. Воу! Привет, бро, меня зовут Пози, и добро пожаловать в «Упади, чтобы выиграть». Я не знаю, что это такое, но мне кажется, что это будет достаточно прикольно, потому что первое, что я увидел, это уровень с унитазом. Да, мы сразу с тобой полетим в толкан. Вот такой вот прикол. Возможно, здесь всего лишь несколько уровней, я не знаю, но сейчас мы с тобой готовимся к эпичному прыжку. Три, два, я застрял. А, нет, все нормально. Когда я сюда подхожу, я сразу сажусь. О, нет! Только не в туалет. Чего? Все так просто? Я дошел до следующего уровня? О, да. Вертолет? Здесь есть вертолет? Вы серьезно? Что это за вертолетик такой? 500 робоксов? Типа, чтобы полетать на вертолете, ты должен платить? Нет, спасибо. Эй, а почему я опять у толкана появился? Лучше в этот вертолет лучше не садиться. А потому что тебя будут постоянно телепортировать на спавн. Не есть хорошо. Багнутые режимы — это плохо. Особенно в Роблоксе. В Роблоксе таких режимов просто миллион. Очень мало годных режимов. Ох, да, без багов. Чтоб все работало. Оооо! Ну все, кажется, мне конец. 3, 2, 1. Все, я умер. Стрелочка показывает, что нужно упасть вниз. Поэтому мы должны слушаться стрелочку. Стрелочка показывает, прыгни с крыши. А ты что, прыгнешь с крышей, да, если стрелочка будет показывать? Нет, так делать не стоит. Ладно, 3, 2, 1, полетели! Так, ну что ж, главное сейчас не вылететь за карту. Да фак! Как не вылететь-то отсюда? Мне кажется, я на первом уровне очень надолго застопорюсь. Неизвестно, сколько здесь всего уровней, но что-то мне подсказывает, что я здесь застрял. Не знаю, может быть, брать немного левее, хотя я все равно вон там в углу заспавнюсь. Какой-то непроходимый первый уровень, тебе так не кажется? Мне кажется, что его пройти просто нереально. Пройди все до конца и получи сюрприз. Ачивку? Мне дадут новую ачивку? Ладно, так, вот сейчас нужно очень аккуратно. Может быть, мне стоит не разгоняться особо? Стоп, вот так, в прыжке буду проходить. Опа, давай-давай, скатываемся. Прыжок, скатываемся, прыжок, скатываемся. Нет! Я никогда не пройду этот уровень. Я уже 5 минут прыгаю на одном уровне и пытаюсь его пройти. Это слишком долго. Ладно, мы будем действовать так, как положено. Просто ничего нажимать не будем. И будет, что будет. 3, 2, 1, поехали вниз. О! Я ничего не нажимал и теперь скольжу! Ничего себе! Мамочки, я умею летать! Да ладно? Так, вот следующий уровень. Тут у нас какое-то радужное королевство. Куда я попал вообще, объясните мне. О! Можно заспавнить лодочку. Так, стопэ. Нужно сесть на нее. И не перевернуться. Ну что ж, готов к приключениям. Это горка высотой 9999999 метров. Вау, 100 километров в час. Вот это бешеный разгон. Да это ж просто обычный тревелинг. Знаешь, изучение локаций. Берем разгон и трамплин. Ой, это был самый опасный трамплин в моей жизни. Я даже перевернулся. А этот чувак перевернется? Да, он там тоже перевернулся. Черная дыра нас засасывает. Надеюсь, меня эта штука не убьет. А, нет, меня телепортировало куда-то. Ой-ой-ой. Опять падаем вниз, и вот я дошел до следующего уровня. Неужели так просто? Стоп, а я хотел на этой надувной лодке плыть по воде. Жаль, что так нельзя. Ну да ладно. Так, запрыгиваем с тобой в лодочку. Этим катером я уже сам смогу управлять. 250 робуксов! Это что, чтобы пройти дальше, нужно 250 робуксов платить? Это шутка? А, ты должен плыть? Ты должен плыть. Ладно, я поплыву. Хорошо. Мне нужно самому плыть вперед? Да, ребята. Вот такие вот паркур-карты создаются только для того, чтобы выкачать весь донат из вас. Чтобы вы потратили как можно больше робоксов, поэтому не советую покупать здесь такие лодки. Это всего лишь на один этап. Лучше просто самому проплыть и сэкономить лишних 300 рублей. Почти. Оп-оп, шлеп-шлеп, шлеп-шлеп, шлеп-шлеп. Я смотрю на его ботинок и подставляю туда свои звуки. Вот прикинь, если бы Roblox был с моими звуками. Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп. Ладно, выплываем. И мы с тобой дошли до следующего уровня. На каком я стейдже? Я пока что на втором этапе. Значит, нас еще все самое интересное будет ждать впереди! Воу! Вот это меня разносит. Чё? Мне нужно подняться по лестнице. О, поднялся, все нормально. Так, какие уровни у нас остались? У нас, кажется, осталось всего лишь несколько финальных уровней. Вон та вот жесть, это огромная черная дыра, которая тебя уничтожит. Что за... Ой, золотой рафт. Я могу заспавнить золотой рафт? Я, наверное, могу на него прыгнуть? Нет.
Тогда у меня попросят донат, а донатить я в этом режиме симуляторе не собираюсь, это уж 100%. Куда я падаю? Воу! Фу, это был портал. Хорошо. Так, я, кажется, застрял. О, нет. Я застрял. Ладно. Ладно, пешочком тогда полечу. Стоп, здесь же нет чекпоинтов. Только не это. Только не это, надеюсь, я смогу допрыгнуть до этой черной дыры. Потому что здесь нету чекпоинтов. Что делать-то? Что делать? Что делать в таком случае? Так, где эта черная дыра? Где черная дыра? Оу, да, фу. А что здесь так медленно иду-то? А, это, наверное, чтобы не слететь? Ну ладно, хорошо, так уж и быть. Ох, как же быстро я иду. Вот это я понимаю веселое испытание. Вот если бы ты купил себе легендарную лодку за 750 робоксов, то тогда бы ты спокойно скатился бы здесь вниз. Может быть, купить джетпак себе уже в конце концов. Вот если я начну понимать, что я не допрыгну до черной дыры, то я куплю себе джетпак. А вообще лучше в прыжке тогда уж проходить здесь все. Так, хотя бы хоть чуточку быстрее. 3, 2, 1. Воу! Чё, где я? Фу, я жив. Я жив, я жив, я жив. Мне кажется, мы с тобой почти дошли до финального уровня. Смотри, сколько всего мы с тобой прошли. Буквально за несколько минуточек. Это ж классно. Нажми вот на эту штуку и заспавни вагонеточку. Какая-то бракованная вагонетка. Она как бы не едет вперед. Она как-то боком спавнится. Мне это не внушает доверия, чуваки. Сейчас просто поедем вперед и скатимся. А, нет, все нормально. Я думал, упадем вниз куда-нибудь. В облаках. Кто построил этот город? Кто вообще придумал эту странную обе-карту? Вот здесь я себя чувствую, как будто я приехал в первый класс. Карусель, карусель. А, меня эта вагонетка везет к этому ужасному вертолету, который будет телепортировать меня на первый уровень. Ведь они же знают, что кто-то докупит, ты представляешь? Заспавни золотую тачку, лимитированное время, 100% скорости. Да, для одного уровня, конечно, есть смысл. Да вы что, прикалываетесь надо мной? Так, надеюсь, у меня здесь получится самому поуправлять. Ого, ого. Вот это я понимаю разгончик, 63 километра в час. Так-то по прямой она неплохо разгоняется, до 80 почти. Вот это я понимаю спорткар. Вехикл-симулятор с моей Бугатти где-то отдыхает далеко-далеко в сторонке. Понимаете, здесь самый настоящий тюнинг. Вот это я понимаю. Ребят, Форза где-то там далеко отдыхает. The Crew тоже где-то там далеко отдыхает. Вот в Роблоксе самые настоящие тачки. Ой, да, они специально сделали такие скучные уровни для того, чтобы ты донатил. Почему-то я думал, что это будет немного эпичней, но все равно неплохо. Почему бы и нет, да? Почему бы и нет? Get to the end for a surprise. А что я получу в сюрприз? Может быть, это какой-то ивент? Ивент от Роблокса? Хотя вряд ли. Роблокс бы не вставил сюда какие-то всякие донатовские штучки. Ну давай, тачка, ты же можешь быстрее, я знаю. Мне кажется, ли я еду на одном месте? Здесь, знаете, какая-то оптическая иллюзия, все эти дорожки. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Вот, я уже вижу огромную лестницу. Там какой-то чувак поднимается, и там кто-то летает. Так, мы почти добрались. Ковер-самолет? Купи ковер-самолет, чтобы подняться на самый верх. Как же это хитро. Ладно, сейчас мы с тобой поднимемся по этой радужной лестнице, доберемся до самого конца, да и все, в принципе. Не торопясь, дружище, не торопясь. Вон он, финал, он уже близко. Я чувствую его. Я доберусь до тебя. Спарки, мы с тобой преодолели огромные тяжелые испытания. Мы с тобой летели через черные дыры и водопады. Но сейчас перед нами стоит самое сложное испытание, точнее, самое скучное испытание. Ладно, я буду подниматься от первого лица, так мы можем хотя бы с тобой повыполнять незалипный челлендж. Вау. Ну и все, вот мы с тобой и поднялись к последнему уровню. Что это за штука? Дай-ка я кликну на нее. Ладно, я собрал, видимо, последний чекпоинт. Мы можем с тобой получить крылышки. Видимо, мы сможем летать. Нет, мы не сможем летать. Зато я могу взять скорость 200. Уу! А еще я могу взять эту штуку, на которой я тоже смогу полетать. Е-бой! Ну все, кажется, мы прошли эту обе-карту. Ну что ж, на этом мой ролик подходит к концу. Если тебе понравился этот ролик, обязательно поставь свой лайк, подпишись на мой канал, если ты еще не подписан, и оставайся таким же крутым и веселым. Адьос! Playtime.